Всем привет, нужно продажи появляется Mazda CX-5 2017 года выпуска с объемом мотора 2,5 литра, который выдает 194 лошадиные силы, два владельца ПТС оригинал на полном приводе, коробка передач автомат, пробег составляет 95 тысяч километров. Сзади рассадили нас в хорошем состоянии. Впереди рассадили также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, электроскладывание зеркал. Также открытие багажника с кнопки. У нас электропривод багажника. Также функция iStop, удержание в полосе, патроники. Также у нас есть память сидений, электрорегулировка сидений, мультируль, датчик света. Мультируль с управлением штатной мультимедией, также круиз-контролем и бортовым компьютером. Пробег у нас 95 тысяч километров. Запуск двигателя с кнопки, подогревы передних сидений, а также руля, двухзонный климат-контроль, обогрев заднего стекла, розетка 12 вольт. На полноценном автомате также можно переключать режимы спорт и обычный. Электроручник, автохолд, управление мультимедией, центральный подлокотник и два подстаканника. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контакты данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе трейдинг и бухгалтер кредит. А находимся по адресу Студенческая 2, автосалон Дипа Авто. Всех ждем.